Мне нужно что-то крупное, большое. Дайте мне что-нибудь такое весомое, чтобы я хотя бы 3 раза в неделю заходил в зал. Мне, честно, становится скучно уже. Дайте мне вашего распиаренного Раисова. Крайний бой показал. С топовым оппонентом выйти. Что это значит? Это, Саш, ты писал, дождись марта, и мы посмотрим, хватит ли у тебя мужества принять настоящий бой, а не валяться на полу в страхе подняться в стойку. Не, хватает или нет мужества, мы это можем решить. У кого сколько мужества и что хватит. Это уже не то, что неуважение, это оскорбление. Хватит ли у тебя мужества? В таком контексте, ты как чтобы, это понимаешь? Чтобы принять бой в стойке. Ты за свою речь? Именно зрелище, Иисус. В этом поединке он будет под очень большим давлением, потому что он высказался, ему придется ответить за эти слова. Мне нужно было сделать этот вызов, потому что если бы я его в прямом эфире бы не сделал, он бы мог этот бой не состояться. Я обрадовался, что действительно, что этот бой будет. Действительно, хочу себя проверить сильным оппонентом. Наверное, как многие говорят, на данный момент это самый серьезный мой соперник, который у меня будет. Поэтому я не ищу легких путей, не ищу себе там опять нового ударника. Хочу проверить себя именно с универсалом. Как любой профессионал, я просмотрел его бэкграунд, и мне стало смешно, когда такой человек говорит мне, с кем я бился. Мне и озвучивать не надо, потому что для меня слова таких людей это просто не больше, чем пустой звук, я на это внимание не обращаю. Ничего личного, такой же обычный бой. У меня личной неприязни никогда никакому сопернику не было. Для меня главное, чтобы зрители ушли с хорошим настроением, чтобы этот бой запомнился. Хочу, чтобы была кровь, пот, интрига в этом бою. И неважно, выиграю я или проиграю. В поединке мы будем хладнокровно работать, иншаллах. Пока ты не сказал слово, ты хозяин своих слов. Когда ты их сказал, уже они твои хозяева. Нужно за них отвечать, а это нелегко в нашем виде спорта.